Приветствую всех подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу капелька 2,5 м. Мы сгрузились. Будем обшивать торцы. Здесь будет площадка. Закончили первую часть монтажа, собрали каркас, обшили торцы, собрали брус, все закрепили на брус. Все, во второй части ложим поликарбонат, собираем двери, форточки, мелочевка, форточный блок, систему подвязки. Закончили монтаж теплицы капелька 2,5 м, габариты 2,5 м в ширину, в длину 4 метра. Свадена теплица с профильной трубой 20 на 20, 20 на 40 в торца, поликарбонат 4 мм 75 плотности новатора. Фундамент теплицы брус 100 на 100 пропитан антисептиком. На этом торце дверь с форточкой. Крючочки можно отдельно двери открыть, закрыть, уточка останется. Вот замочки красивые, нового типа. По торцам стоит уплотнительная резинка, чтобы не было щелей. Теплицы установлены укосины для большей жесткости. 4 нитки системы подвязки, колышки в углах, чтобы теплицу не унесло. На дальнем торце форточка. Также форточный блок с автоматами. Оставили одни пружины, автоматы сняли на зиму. Все просто, красиво. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока.